лидирует. Итак, Синицына Кацалапов у Софьи Аваковой. Так, Виктория Синицына и Никита Кацалапов сейчас находятся рядом со мной. Ребят, ну мы уже убедились в том, что этот сезон для вас совсем новая история, и не надо его сравнивать с прошлым сезоном. И вы в очередной раз это доказали, наверное, сейчас прекрасным прокатом. Я вот не ответ на вопрос, у меня просто не держится внутри, я просто хочу сказать, что очень круто ехалось. Очень. Были там, может, небольшие помарки, но ехалось просто вот с кайфом, вот я не знаю. Мы еще не обсудили между собой, потому что мы дышим, но очень круто. Лед крутой, хотя мы приехали, он был в таких... Ну, все жаловались, наверное, не очень хорошего качества было, но подготовились, все супер, зрители супер. Вообще дома классно выступать, у меня прям... Обстановка-то прекрасная. Ну, то есть у вас такой же драйв был, я так понимаю? Да, очень приятно выступать у себя в стране и в этом городе. Он очень красивый, хотя мы мало успели погулять. Публика очень хорошо принимает, очень приятно кататься для них. Ну, это замечательно. Главное, чтобы на произвольный такой же настрой вы сохранили. В прошлом году не удалось отобраться на чемпионат Европы, но, конечно же, эта задача стоит перед вами, я думаю, сейчас. И это, ну, как бы главная цель, наверное. Мы просто работаем от старта к старту, от тренировки к тренировке. Не бывает все гладко, но, естественно, у нас есть цели. Естественно, мы хотим поехать и на Европу, и на мир. Поэтому будем завтра хорошо кататься. Вам желаем, чтобы ваши мечты и желания сбылись обязательно. Спасибо большое.